Всем большой-большой привет! Хочу показать вам мои покупки, которые я некоторые совершала еще в августе, некоторые были у меня в октябре, но собрались они только сейчас. У нас опять тут нововведение в законодательстве и ввели налогообложение на все покупки, которые совершаются за пределами Греции. И поэтому идет очень большой стопор на таможне. Все посылки облагаются налогом. Я этого не знала, когда заказывала. То есть я заказала, а закон ввели уже позже. Поэтому, когда я получила посылки, мне, соответственно, пришлось заплатить большую-большую сумму. Начну я с первой моей покупки, которую я делала на сайте Stitch World. Там часто проходят различные акции, скидки, и я делала несколько покупок. В последнем видео я показывала вам свои покупки, я говорила, что одна посылка еще не пришла, она потерялась. Вот она там была на этой таможне, и когда пошла я ее получать, я заплатила, представляете, 50% стоимости моей покупки. Очень-очень большой налог. Наверное, это мои последние покупки, потому что я не готова платить еще такие большие деньги за растаможку. Это неправильно. Вот, с одной стороны, конечно, правильно. Государство пытается пытается помочь частным предпринимателям, чтобы не ввозились товары за границы. Но с другой стороны, конечно, не очень это хорошо для покупателей. Ну, что делать? В любом случае, мне, конечно, переживать не о чем. У меня столько покупок, что столько наборов, что мне хватит на 10 жизней. Итак, перейдем к наборам, покупкам. Что же я купила? Как я говорила, на сайте Stitch World часто проходят различные акции, скидки. И было там несколько наборов по скидке практически 40%, 50%. Ну, большая скидка. Наборы такие, которые особо, в общем-то, мне не горели, но я решила купить их из-за материалов. Ну и, знаете, настроение меняется, сегодня не хочется, завтра хочется, все-таки это Дим, он всегда в цене. И я решила приобрести несколько таких наборчиков скидочных. Вот один из таких, это Gold Collection, золотая серия, называется «12 дней Рождества». У многих фирм иностранных есть вот такие наборчики. Это, наверное, какие-то сказки знакомые в Америке, в Европе. Мне это абсолютно незнакомо, и я не понимаю, о чем здесь идет речь, потому что здесь вот представлены как бы 12 дней Рождества, различные птички, дамы, инструменты, музыкальные колечки. То есть здесь какая-то история, которая мне неизвестна. Вот, ну, здесь очень хорошая канва и прекрасные нитки, которые всегда могут пригодиться в различных подборах. А может быть, я возьму, да и вышью этот набор, не знаю. Сам набор мне обошелся где-то около $17, но так как была растаможка, этот набор обошелся мне очень-очень дорого, к сожалению. Вот, но я этого не знала, что делать. В общем, вот такой наборчик в мою коллекцию. Один. Потом я приобрела вот такой вот шикарный набор. Я очень-очень давно смотрела на этих двух красавиц. Это жемчужины Востока, эти красавицы. Вот такие вот японочки, я так понимаю. Давно я смотрела на этот набор, это старый дизайн, и, знаете, он потихонечку уже уходит из продажи. Сначала я хотела вышивать его подбором, потом присмотрелась вот к проработке кимоно, какие здесь детали, как все изящно прорисовано, и решила, что нет, не нужно здесь делать подбором, хочу вышить по оригинальному. Посмотрите, какой красивый пояс здесь. Кимоно у девочек, веера. Да, я решила вышить в оригинале, и поэтому купила этот набор. В отшиве я на YouTube еще не видела. Ну, в интернете, конечно же, отшивы гуляют, соответственно.
нет ничего такого, чтобы эзема еще не была вышита. Канва здесь молочного цвета и очень-очень много ярких ниточек. Не очень он такой плотный этот наборчик, там есть внутри ниточки, но я не сказала бы, что много. Но это и логично, здесь не полная зашивка, здесь вышиваются вот только самые дамы и немножко глициния. Вот поэтому ниток здесь немного. Но проработка здесь великолепная. Чего стоят эти кимоно с рисунками? Действительно, жемчужины Востока. Захотелось мне заиметь этих красавиц. Здесь очень интересная представлена позиция у девушек. То есть видно и передняя часть кимоно, дама сидит, и задняя часть кимоно, где есть у них вот этот большой такой красивый бант, такой пояс расписной, и его видно только сзади. Поэтому здесь нам показаны и задняя часть кимоно, и рукав красиво представлен. То есть здесь можно рассматривать красоту этой одежды, потому что эта одежда — это само по себе произведение искусства. Носить кимоно нужно еще, как говорится, уметь. Это умеет учить этому гейш. Так, ну и еще один наборчик, который я уже вскрыла. И сейчас вам покажу. Видите, даже положила неправильно в упаковку. Ну уж простите. Была там представлена вот такая лошадка. Очень-очень не за большие денежки. По-моему, 11 или 12 долларов. И мне захотелось ее приобрести, так как стоила она недорого. Думаю, дай-ка я возьму. Но когда она пришла... Привет! А здесь у нас страмин с напечатанным рисунком. И вот такие вот нитки. Ну, нитки здесь не шерсть, нитки здесь мулине. Много хороших редких цветов. Но здесь страмин. Я открывала, поэтому открою вам еще раз, покажу. Как только я получила этот набор, я сразу все тут открыла, посмотрела, потому что мне очень интересно. И я люблю пробовать различные новые вещи, техники. Вот такой здесь у нас страминчик. Просвечивает, но очертания, я думаю, видны. Нанесен на страмин, может быть, вот так. Сейчас подождите, я подложу что-то. На страмин нанесен цвет, рисунок. Вот. Как это будет вышиваться, я не знаю. Я вообще один раз вышивала на страмине, мне не понравилось. Но надо еще раз попробовать. Так как здесь страмин поменьше. Страмин очень хорошо держит форму. Очень хорошо его использовать, эту вышивку, потом на подушку. Потому что очень он жесткий и хорошо... держится, не изнашивается легко. Так, что здесь по ниткам? Посмотрите, сколько много ниток. Здесь есть очень редкие цвета, которые сложно подбираются. Вот 17051, вот такой вот серый моток. Так, потом здесь есть 18512, тоже очень редкий такой цвет. Пасма, вот она большая такая. Так, есть здесь 17050. Так, еще здесь цвет 18900, тоже очень такой нужный оттеночек. Ну понятно, черный-белый, и из серых 18513, тоже такой редкий цвет. Вот эти серые стальные цвета, их очень сложно подобрать, поэтому они мне пригодятся. Ну и на планшетке здесь тоже представлены, вот так посмотрите, я проведу, посмотрите, 15388, 514 хорошие цвета, 18390, 18511 много, вот, 18519, 15576, такие очень-очень редкие хорошие цвета. И так как набор был недорогой,
Поэтому оно того в любом случае стоит. Покажу вам схему. Так, это ключ. Видите, это еще такой старенький ключ. Тут все расписано. Инструкция. Что к чему. И покажу вам схемку. Вот оно. Чудо, счастье. Вот. Что меня тут ждет. Видите? Угу. Я сначала подумала, что можно это вышить крестиком, но, посмотрев схему, я поняла, что в крестике это вышить, переложить, ну, никак нельзя. Вот. Видите? Что-то будет, наверное, гладью вышиваться. Что-то крестиком. В общем, тут бэкстич будет. Ну, работы здесь много. Работа здесь будет идти творческая, интересная. Вышивается это, я так понимаю, все полукрестом. Вот я смотрю на обложку. Все вышито полукрестом. Поэтому вышивается легко. Будет идти зашивка фона. Ну, такая лошадка должна получиться. Красиво. Смотрится в оформленном виде. Лошадок мы с мужем любим. Поэтому лошадки когда-нибудь, наверное, быть. Не буду я разбирать на материалы, а когда-то вышью. Вот, это у меня моя посылка с сайта Stitch World. Так. И еще у меня был сделан заказ с сайта Клубок Желаний. Это наши девочки, наши российские девочки, которые самостоятельно комплектуют наборы по известным дизайнам, фирм Dimensions, Buzilla, по-моему, что я еще видела. Еще какие-то фирмы они тоже комплектуют, делают сами перенабор и комплектуют из 3 палитр. Это нитки Германии, это ДМС и Тайвань. Да, 3 палитры. Поэтому, ну, когда есть 3 палитры, мне кажется, есть больше шансов подобрать более качественно всю палитру. Итак, в октябре месяце у меня был день рождения, а на этом сайте есть очень интересные, скажем так, услуга для их клиентов, клиентов, да, кто, значит, у кого день рождения, в их день рождения они могут заказать один набор и получить набор такой же стоимости полностью в подарок. Конечно же, я не могла пройти мимо такого лестного предложения и сделала заказ. Я заказала себе Леонардо, вот этого котика. Я его очень-очень давно хотела себе приобрести и вышить. Шикарный такой кошак. Ну, раз я уже начала вышивать котов от Дима, надо вышить и Леонардо, они все красавцы. И в подарок я себе выбрала наборчик, тоже по дизайну Dimensions, итальянский вид. Очень-очень красивый тоже пейзаж, шикарнейший. Такую схему мне присылала в подарок Сусанна, волшебная страна. Сусанночка, большой тебе привет. Но так как у меня появилась возможность получить набор, почему бы и нет. Здесь есть все необходимое. Ниточки, канва, схема. Очень приятные и качественные наборы. Я делала обзор, показывала вам уже, что находится внутри. И оставлю ссылочку, можете зайти и посмотреть, если вы не видели. Вот такой красивый пейзаж я выбрала. Но здесь такой не очень удачный скрин, поэтому такая темноватая картинка. На самом деле намного эффектнее смотрится этот дизайн. И, может быть, в следующем году я его буду вышивать. Ну, не будем загадывать, пусть идет все как идет. Вот, и кот. Очень много девочек ведут дискуссии, скажем так, по поводу подбора ниточек к Леонардо. Кто-то пытается найти оригинал и находят и покупают, да, за большие деньги, а кто-то вышивает сам, но немножко сомневается в своем результате. Могу сказать вам одно, девочки, смотрю за вашими отшивами,
все, кто вышивал Леонардо на YouTube, у вас у всех получилось прекрасные, шикарные работы, даже подбором, все очень красиво, и сколько бы их ни рассматривать, найти явные какие-то дефекты в подборе я не увидела. Поэтому, знаете, мне кажется, это все, как говорится, мелочи жизни, там какой-то чуть-чуть оттенок ярче, чуть-чуть бледнее и чем-то отличается, в итоге в картине этого всего не видно. Поэтому я уверена, что мой Леонардо тоже будет хорошо получится. И мне не нужно самой сидеть и подбирать ниточки, все есть, открывай и вперед, и вышивай. Я поэтому и очень люблю наборы, даже вот так вот собранные нашими девочками. Потому что не нужно тратить время и сидеть мучиться в подборе ниток, а взял и сразу вышиваешь. Поэтому это плюс. Вот у меня появились и оригинальные Димы в мою коллекцию, и скомплектованные, но тоже дизайн Дим. В последнее время я очень много накупила наборов у Dimensions, и этому очень рада. Вот такие вот у меня покупки, новости. Я надеюсь, вы порадовались вместе со мной, хорошо провели время. Я желаю вам хорошего настроения, здоровья и творческого настроения. До новых встреч. Пока-пока.